Всем привет, с вами Валер Редекс, и это распаковка наушников Razer Kraken 7.1 Chroma. Я в наушниках, к сожалению, не спец, я много чего рассказать не смогу. Мне даже сравнить не с чем, я всегда довольствуюсь наушниками, которые мне в комплект кладут Apple, Sony. Как-то так, я от звука я особо не балдею, но это геймерские наушники. Компания Razer специализируется по девайсом для геймеров. И что у нас тут есть? У нас звук 7.1, то есть когда ты их оденешь, ты будешь там в игре, допустим, бегать или там в гоночке играть, ты будешь слышать, как, допустим, тебя слева там пытается кто-то там подрезать, объехать, там в Assassin's Creed бегаешь, там будешь слышать, допустим, противник справа где-то там позади. То есть это добавляет очень много реализма. Они поддерживают PS4, PC и Mac. И подключаются с помощью USB выхода. Также тут у нас есть микрофон. Очень классная коробка, то есть тут наушники сами по себе не являются, коробка под мат. И тут у нас описание. Передавая систему формирования объемного звука 7.1, усовершенствованный цифровой микрофон и куча всякого добра. И, в принципе, давайте, наверное, приступим их распаковывать. И почему Chroma? Потому что у них логотип меняется, его подсветка вплоть до 16 миллионов цветов. И давайте распаковывать. Тут открывается все очень просто на липучках. Тара-та-там. Тут от создателей всякие надписи. То есть поздравляем. Вы теперь наш покорный слушатель, там, не знаю, поклонник нашей продукции. Вы на нас подсядете, мы вам обещаем. И теперь я в культе Razer. Вот они. Эти бомбезные наушники. То есть мы видим, что они складываются для транспортации. Мы видим микрофон, который так вот достается. Здесь кнопочка. То есть он, конечно, изгибается и все прочее. Потом он также обратно задвигается. Единственное, что-то немножко это, видимо, проблематично. Тут у нас будет подсветка. И вот провод, с помощью которого он подключается к ПК, к PS4, либо к Mac. Тут у нас буклетики. Вау! Ай! Зацепилась. Тут у нас наклейки. Тут у нас снова там обращение кофаундера и главы компании. То есть тут все девайсы. Это Razer Alienware. Мышки крутые, там джойстики их, походу, собственные, там клавиатуры, все прочее. И тут, видимо, инструкция, которую я особо читать не люблю. Как же ними пользоваться, как подключать, как настраивать. То есть вот кнопочка, видимо, микрофон будет светиться. Да, вот индикатор того, что он светится. Но такие вот, в общем, наушники. Раздвигаются под размер любой головы. И хочу отметить, что сидят они довольно-таки комфортно. И я уже очень сильно хочу их к чему-то подключить. И перед тем, как начать их использовать, как начать прослушивать звук с них, вам надо зайти на настройки компьютера и выбрать для выхода Razer Kraken 7.1 Chroma, вернее, для входа и для выхода, ну, для входа, если вы хотите через микрофон с кем-то общаться во время игрового процесса. Ну, вот видите, светится микрофон, его можно выключить, включить. И вот мы видим, как логотип Razer меняет свой оттенок. Видимо, это настраиваемо, и с помощью там определенного софта можно поставить определенный цвет, чтобы вот именно, скажем, вот была такая подсветка. 16 миллионов цветов. Вот с помощью этой программы мы настраиваем наушники. Это Razer Synapse. Вы можете скачать ее с официального сайта Razer. Она определяет ваше устройство, подключенное к компьютеру, и вот тут вы производите все настройки, связанные с наушниками. Это подсветка, это эквалайзер, это микрофон, это аудиовывод и калибровка. Всем спасибо за просмотр, за внимание. Это очень крутые наушники. Всем удачи и пока.